Алма-Ата. Здесь живет и работает Хадича Ясентуровна Мурзалиева. Как и перед всеми женщинами страны, советская власть открыла перед ней светлый жизненный путь. Бывшая воспитанница детского дома, а ныне заслуженный деятель науки Казахской ССР, доктор медицинских наук Мурзалиева, первая из женщин своей республики стала профессором медицины. Сейчас она заведует кафедрой в Алматинском институте усовершенствования врачей, ведет напряженную научную и практическую работу. Знания свои и опыт Хадича Ясентуровна щедро передает врачам, приезжающим в институт усовершенствования из всех районов Казахстана. Талантливый медик, ученый и педагог профессор Мурзалиева посвятила свою жизнь родному народу, родной советской стране.